Здравствуйте, друзья! С вами компания «Стройгарант Анапа». Мы строим дома в Анапе и Анапском районе. От нас давненько не было видео, многие уже заждались. Дело в том, что у нас очень много работы. Мы взяли более 12 объектов под заказ, строим их, пытаемся не нарушить сроки. У нас это всегда обычно получается. Сейчас приехали на одну из застроек. Как видите, вот полным ходом идут фасадные работы. Скоро будем делать отделку внутри здания. Этот дом 110 квадратных метров находится на улице Северной. Чей этот дом, я думаю, он его узнает и порадуется этому видео. Потом покажу еще другие дома. А может быть, и не покажу, но в любом случае сегодня я буду показывать земельные участки. У нас очень много новых земельных участков, на которых вы сможете построить свой дом мечты. Участки буду показывать в станице Гастагаевская. Она находится в 18 километрах от побережья, от Черного моря, от Анапы. Тихое, уютное место. Ну, я думаю, вы уже и сами об этом в курсе. Давайте поедем на другой участок. Посмотрите на очередной наш объект, который мы готовим к сдаче. Находится он в самом центре станицы Гастагаевской. Дом кирпичный, более 130 квадратных метров. Сдается уже с газовым отоплением, с тротуарной плиткой. Красота, да и только. Кто не в курсе, кто не смотрел наши другие ролики, хочу сказать, мы одновременно строим сейчас более 12 объектов под заказ. Есть участки в свободной продаже, есть готовые объекты. Ну, об этом, я думаю, лучше посмотреть в других роликах. Нажмите под этим видео на логотип нашего канала, и там все это сможете увидеть. Ну, если что, задавайте комментарии под этим видео, по телефону звоните, всегда рад услышать. А сейчас поедем на другую застройку. Давно не показывал торговый центр. Помните, в прошлый раз заезжали, тут еще конь не валялся. А сейчас уже, смотрите, асфальт укладываем. Скоро начнутся отделочные работы внутри торгового центра. Напоминаю, он будет весь сдаваться в аренду. На первом этаже будет продовольственный супермаркет, сетевой, крупный. Пока какой, не скажу, пусть останется небольшой тайной. Внизу планируем сделать спортивный зал. И наверху будет ряд магазинов одежды, бутики. То есть такие красивые, модные заведения. Асфальт будет по всей территории, парковочка будет на много-много машиномест. Сам торговый центр, хочу обратить внимание, он не двухэтажный, у него еще есть подвальное помещение, и все три уровня сдаются. Средняя цена аренды 500 рублей за квадратный метр. Для тех, кто переезжает в Гастагаевскую и хочет открыть свой бизнес, я думаю, это будет очень интересная информация. Смотрите, друзья, очередной наш дом, типовой 125 серии, из желтого кирпича, будет сдаваться уже с газовым отоплением. На нем зацикливаться не буду, потому что он строится под заказ. Хочу обратить внимание на три участка, то есть здесь мы планируем построить 4 подобных дома. Ну, может быть, 110-я серия, 130-я, неважно. Главное, что они будут красивые, кирпичные, добротные. Здесь участки по 5,5 соток. Вот этот участок относится к этому дому. Вот это уже, можно сказать, второй участок. Здесь тоже 5,5 соток. Газовая труба. Техусловия мы, естественно, уже все получили. Почему я об этом так уверенно говорю? Второй участок тоже 5,5 соток. Он стоит, как и этот, по 1 100 000 рублей. И последний участок находится на пересечении улицы Пролетарской и Садовой с фасадом в 30 метров. Будет стоить 1 200 000 рублей. То есть, кому эти участки стали интересны, можете их бронировать прямо сейчас. Здесь у нас уже все разрешения получены. Документация в порядке, уже есть межовка, тут уже все готово, чтобы в любой момент начать строить дом вашей мечты. Сколько стоят сами дома, можете узнать у меня, позвонив по телефону или написав письмо. Контакты есть на сайте. Ну и, в принципе, я их под этим видео тоже оставлю.
приехали на наши новые земельные участки. Здесь будет два домика стоять. Мы планируем здесь построить дома по 110 квадратных метров, либо по 130 квадратных метров. Но это, естественно, на усмотрение клиента. Буквально через недельку мы уже начнем тут бурную деятельность. Будем подводить воду. Электричество уже сделали. Вот столб стоит, обратите внимание. Это столб вот к этому участку относится. И сзади камеры стоит столб на второй участок. Фасады будут у обоих участков по 12 метров, то есть забор будет идти вот где-то примерно здесь посередине. Участки будут уже с газовым отоплением, он там на меже в конце участков идет газовая труба, и именно от них и будем запитываться. Что еще могу сказать про эти участки? Площадью они по 8 соток. Просторные участки находятся в достаточно интересном месте. Ну, пока тут еще не уютно, но буквально годика через три тут будет все очень-очень красиво. Подытожу про это место. То есть участки по 8 соток, стоят они 800 тысяч рублей, то есть всего по 100 тысяч рублей за сотку, что для Гастагаевской, с учетом газового отопления, это весьма и весьма низкая цена. Разрешение на строительство мы здесь уже получили. То есть, если вот в течение недели-полутора их забронировать, то можно будет построить дом не тот, который мы начнем сами строить, либо 110, либо 130 квадратных метров, но и любой другой на ваш выбор, даже не по нашему типовому проекту. Если будут вопросы по этому участку, по этим двум участкам, задавайте их в комментариях. Адрес тут переулок Песчаный, 12. Поедем на другой участок. Хочу показать еще два участка. Находится на Мира 112. Первый участок и второй. Здесь микрорайончик уже хорошо расстраивается. Сейчас пока это не очень заметно по нашим конкретным участкам. Но скоро мы здесь бульдозерами пройдемся, территорию разровняем. Когда стройка закончится, сделаем дорогу еще более лучше грунтовую. И будет очень уютно. Место в отдалении находится, но тем не менее, многие именно такие места и ищут, потому что тихо, уютно, спокойно. Есть подстанция новая, электрическая, есть центральный водопровод, можно скважину сделать. Речушка находится примерно в 3 метрах ниже, чем уровень этих участков. Мы сейчас как бы на горочке находимся, если обратили внимание. И из этого следует, что, скорее всего, получится сделать дома с подвалом. Ну, это, естественно, еще будем проверять перед тем, как это обещать. Посмотрите, друзья, на очередной наш дом. Площадью 130 квадратных метров. Кирпичный, добротный. Находится в начале улицы Пирогова. Как видите, объектов у нас достаточно много. Работы кипит. Участков в продаже много. Давайте сейчас съездим еще на один участок и будем закругляться. Все, друзья, приехали на последний земельный участок на сегодня. Хватит, уже темнеет. В конце подведу итоги. Смотрите, здесь у нас улица 8 марта. Мы купили 15 соток земли. Там есть еще небольшой плодоносящий сад. Вот рядом со мной стоит груша. В принципе, уже ее обобрали, но там вот такие здоровенные плоды были. Мы здесь сделаем два земельных участка по 7,5 соток. Вот так вот ровненько сделаем забор. Два участка очень ровненькие получаются. Деревья, которые по фасаду, мы их, естественно, уберем. Сделаем красивый, добротный забор. Ну, как обычно, вы уже видели в других видео. Кто не видел, нажмите на название канала, и там можно будет все эти видео посмотреть. Итого, что мы сегодня увидели? Несколько земельных участков, естественно, не все, потому что их великое множество, даже в самой станице Гастагаевской, не считая других населенных пунктов. Посмотрели несколько домов, которые мы строим под заказ. И что самое главное, я хотел до вас сегодня донести, то, что работа у нас кипит полным ходом. Несмотря на то, что мы уже чуть больше недели не снимали видео, это не потому, что у нас снимать нечего, а потому, что просто снимать некогда. Ну, еще и жара тут под 42 градуса стоит. В общем, приезжайте, смотрите, бронируйте. На сегодня всем пока.